Издеваешься, игра? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами, друзья, продолжаем играть Garten of Banban. Перед уже третий эпизод. Я вам говорил, что я поиграю в него, потому что мне любопытно по какой-то причине. Возможно, потому что игра просто очень хайповая, я хочу хайпануть. Вот такая вот история. Не, на самом деле, это отчасти правда. И просто мне реально почему-то любопытно, к чему все это приведет, в какую сторону сюжет, имею в виду, пойдет. И, опять же, мне это интересно, потому что я хочу быть в теме таких игр, так как я делаю короткометражные хоррор-фильмы с персонажами подобными и прочими другими персонажами, которые в каких-либо играх фигурируют. Соответственно, мне это нужно все. Для образования. Я тут образовываюсь, понимаете? Расширяю кругозор свой. Вообще, это очень прикольная тема, что если сравнить хорроры, которые сейчас выходят, которые сейчас мега хайпуются, и хорроры, которые раньше хайповались, это просто небо и земля. Это, знаете, Слендермены, там, Сайренхеды. И сейчас это Хаги-Ваги и Бан-Бан. И еще Rainbow Friends. Можно с уверенностью сказать, что это какая-то эпоха определенная вот таких вот хорроров для детей с очень дебильными персонажами, с очень кривой графикой, кривым геймплеем, но при этом вот супер хайпующим. Что как бы нам говорит о том, что нам особо-то и не нужен геймплей, походу. А нужно просто цепляющий, чтобы антураж был. Опять, смотрите, для родителя, который ищет своего пропавшего ребенка, время — дело тонкое. Нажмите на часы, чтобы перевести время. Третий эпизод, друзья. И я только сейчас понял, что реально нужно нажимать на эти часы. И мы перематываем время, и что-то видим, что-то меняется. Столы уходят. Становится темно. Кто-то нарисовал этих персонажей на полу почему-то. То есть все остальные разы на первом эпизоде, втором эпизоде мы, к сожалению, не додумались из-за того, что нужно часы. Опа, смотрите! Все, удерживай. Опять, как всегда, сенса. Она сойдет. Мы спустились, да, вот наш друг-дрон. Друг-дрон. Вот кнопка. А что, не работает? Что-то случилось? У меня пульт не работает. Видите? Нам туда. Рад видеть, что у вас получилось. Я не знаю, как ты это сделал, но опять же, ты пережил крушение гигантского лифта, так что, думаю, не стоит удивляться. И еще раз прошу прощения за то, что ударил вас по голове. На самом деле, именно по этой причине я считаю, что мы не должны встречаться лицом к лицу. Видите ли, по какой-то причине я склонен к насилию, и я не доверяю себе, чтобы не поддаться этому снова. Я заперся в комнате для наблюдения. А, чтобы не поддаться, я заперся в комнате наблюдения. Так я смогу помочь, не представляя опасности для вас. Сейчас мы находимся на самом нижнем этаже, который оставался активным до того, как все пошло не так. Под нами есть еще много этажей, но все они уже давно закрыты и заброшены. Так что постарайтесь не упасть. Что касается ваших детей, я не знаю точно, где их держат. Но я знаю того, кто знает. Отправляйтесь в водный сектор. Там он обитает. Водный сектор! Это получается, мы с медузкой будем иметь дело. А, погодите, это же кастомизация для дрона. Где дрон? Вот дрон. А это батарейка. Все, нам нужно, получается, найти много батареек. Нажмите Е, что-то там. Сейчас мы соберем все батарейки, и тогда сможем наконец-таки запустить дрона в эту кнопку. Я так понимаю, батарейка будет здесь. И записка. Я всегда знал, что я неудачливый человек, но это просто новые стандарты для меня. Я ухожу с оживленного этажа в туалет, и когда возвращаюсь, всех и след простыл. Было бы спокойно, если бы не огромная птица, гуляющая вокруг. Сомневаюсь, что я смогу долго молчать об этом. Мое дыхание становится очень тяжелым. Что птица делает вне своей клетки? Я думал, что они показывают только маленькое фиолетовое существо, потому что мы отстали по графику. Не так я себе представлял свою кончину. Там, пока еще я читал эту записку, куча всяких уведомлений выскакивала, но я не прочитал ни одного из них, к сожалению. Ладно, давайте направляем дрона. Все, он теперь работает. Наконец-таки. Окей. И, может быть, мы даже можем его направить и в эту кнопку. Он летит. Он бьет. Дверь открывается. Опа, снова этот чувак. Смотрите.
Это мы видели это место. Мне просто снилось, что для управления фуникулером нужна ключ-карта. Найти ее не составит труда. Буквально у каждого была копия. Так можно было добираться от станции до станции. Я так понимаю, эта ключ-карта... Вон она лежит. Так, мы можем собирать эти маркеры. Окей. Тогда соберем их всех. Я не знаю, сколько нужно. И будем ли мы их использовать для того, чтобы рисовать? А может быть, нужно было какие-то конкретные подбирать? Я не знаю. Смотрите, да, мы можем сюда скидывать яблоки и маркеры. И вот с такой скоростью мы это будем делать. А вот ключ-карта. А вот записка. Дорогая мама, милая медуза очень сильная. Она отнесла сюда всех. Но мисс Мейсон ненавидит его, и я не знаю почему. Никто не знает, мой дорогой друг, почему так происходит. Вот, теперь я собрал все маркеры, кажется. Кстати говоря, мы же взяли желтую ключ-карту, значит, можем включить вот это. Cleaner has been dispatched. Кто такой cleaner? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Это, я так понимаю, очиститель. Что он делает? Он собирает абсолютно все. Мы что-то сделали неправильно, да? Давайте, ладно, кидаем. Окей, мы собрали абсолютно все маркеры. Что? Есть! Заберите свое вознаграждение в автомате для выдачи ключ-карты. Вот еще одна ключ-карта. Наверное, это и есть автомат по выдаче ключ-карты. Это значит, что нам пора уходить отсюда. И, кстати, я сейчас вижу, что пауков-то два было на самом деле. Паук-девочка и паук-мальчик. Вот, возможно, мы сейчас видели паука-девочку. Что ж, у нас есть ключ-карта. Мы можем отправляться дальше. Ну, погнали. А где наш друг-дрон? О чем мы не едем? Поехали, бич. Ага, у нас, оказывается, на фуникулёре есть кнопки сверху. Кто бы мог подумать. Все, мы едем. Мы можем ехать, ура. Зачем я нажал? Куда я нажал? Правильно ли я нажал? Да, мы едем. А может, я неправильно нажал? Это же управление. Мы решаем, в какую сторону. Ладно. Видимо, сюда сейчас надо. Окей, мы пришли. Да, мы можем свободно перемещаться. Можно туда пойти, туда поехать. Сейчас мы в акватическом центре. Вот, как раз таки желтое стекло является легко бьющимся. Опять с желтым стеклом у нас дела будут сейчас. Где у нас желтое стекло? Где? Ага. Дрон, сюда иди. Значит, тебе нужно вот сюда. Наверное, вот так. После чего мы направляем его... Yes! Здесь мы находим ключ-карту. Эту дверь не открыть. Выходим отсюда. Мы это быстро решили. Очень быстро. Больше здесь нету желтого стекла. Нет, оно есть. Оно огромное. Что ж, мы идем прямо к медузке. Опа, да. Секундочку, давайте посмотрим. Может быть, можно что-то другое открыть еще. Например, вот это. Тоже можно открыть. Давайте направим дрон прямо вот сюда. Пусть разобьет стекло. А, нет, оно нелегко бьется. Что это? У вас нет аудиодисков для прослушивания. Я так понимаю, диски мы найдем позже.
Сейчас нам нужно спуститься вниз к Медузе. Ну, пойдемте. Я представляю, если для меня все эти локации кажутся такими огромными, а я, судя по всему, взрослый, то какими же огромными они представляются детям? Опа. Опа. Ой, так, это жесть какая огромная штука. Я почему-то думал, это будет маленькая медузка. Она живая? Она выглядит неживой. Тут что-то светится у нее. Не знаю, что это. Что это за свечение странное? Она спит? Вот, это ее глаз. Сейчас... Как только мы что-то сделаем, она откроет этот глаз. Я ненавижу эти игры. Я их ненавижу. Почему надо прятать кнопки вот так вот? Я бы никогда в жизни не додумался. Просто случайно зашел. Опа, мы не можем идти. Ладно, сейчас мы, получается, разбудили эту тварь. К недовольный глаз. И... У тебя тяжелый день был. Это видно. Вы усердно ждете того момента, когда покинете это жалкое место с ребенком на руках, мне так кажется. Не хочу подрывать ваши усилия, но боюсь, что этот момент может никогда не наступить. Я вообще не ожидал, что такой голос будет. Я не могу этого допустить, и я с радостью покажу вам почему. Но после того, как я это сделаю, следуйте моему совету. Покиньте это место, пока еще можете. Забудьте о нем. Двигайтесь дальше и забудьте, что все это когда-либо происходило, и я обещаю вам. Завтра будет лучший день. Очень вежливо он нам как бы намекнул: сваливай. Ба, что? Это что за фигня? Меня гипнотизируют. Вот этого я не ожидал, что мы окажемся вообще в другом месте внезапно. Медузка? Добро пожаловать в мой дом. Или, по крайней мере, то, что должно было быть моим домом. В темных и холодных глубинах объекта обстоятельства вынуждают вас делать то, что вам не свойственно. Когда я чувствую, что слишком далеко отклоняюсь от своего первоначального курса, я в комнату, где вы нашли меня медитирующей, чтобы мысленно... Ага, я прихожу в это место, а потом мне напоминают, что я борюсь. Конечно, все это неправда, но все могло быть... А, могло быть. Окей. Настоящие солнечные лучи никогда не касались моей кожи, представляете? И я тоскую по тому дню, когда они наконец сделают. Мне нужны дети, чтобы достичь этого. Но не волнуйтесь, я практикую те самые безопасные процедуры. Перевод... Что бы я ни решил сделать со взрослыми, я обязательно оставлю одного живым и вменяемым, чтобы выживших детей доставили на поверхность целыми и невредимыми. И, конечно же, чтобы доставить меня туда, где я хочу быть, жить простой жизнью совершенно безмозглой медузы. Только жуя креветки и избегая быть съеденным черепахами весь день. Ты никогда не оценишь, как успокаивает отсутствие совести, пока у вас есть один. Я восхищаюсь твоей смелостью, поэтому и даю тебе шанс уйти. Возьми это. Так вы не потеряете ни жизнь, ни шанс. Он говорит про машину, я должен взять машину и ехать. Нет, он просто сейчас нас отпустит и даст нам возможность уйти, но... Нет. Конечно, нет. Ни печени, ни кишок. Но самое главное... Нет поджелудочной железы. Вам, сэр, нужно иметь больше органов. Что же мне есть, когда ничего нет?
Похоже, мне придется искать в другом месте. Почему во мне нет печени, желчного пузыря? О, нет! Что это значит? Что это значит? О! Мы медуза? Нажмите правую кнопку мыши, чтобы стрелять. Я стреляю электричеством? А? Что? А правая кнопка? А точнее, левая кнопка что делает? Погодите. Мы уже были здесь. Это было в предыдущем эпизоде. Точно было. Окей, мы стали медузкой. О. Вот это прыжок. Нифига себе прыжок был. Мы не можем нажать, у нас нету допуска. Можем ли мы уйти отсюда? Оу, ноу. Ага, здесь есть ключ-карта. Она желтая, либо зеленая. Она зеленоватая. Это значит, что мы можем сейчас открыть вот это, наверное. Да. Оу, погодите. Попал. То есть, то же самое, что было во втором эпизоде, только... Только теперь мы стреляем сами. Молодцы, ребят. Очень хорошо тянете время. Хорошо, эта штука проиграла. Я так понимаю, нужно теперь еще раз победить. Ну где? Какая? Какая? Вот это. Вот это, хорошо. Прям в наушниках очень удобно сейчас слушать. Есть. Ребята, вообще было впадлу придумать новый пазл. Вы что, повторили самый унылый, самый раздражающий? Давайте снизу встанем, потому что так удобнее будет стрелять. Хочется сдохнуть. Ну? Открывай дверь. Мать твою, и спасибо. Значит, здесь мы нажимаем кнопочку. Окей. Сейчас мы будем проходить весь второй эпизод заново. Этого ты хочешь, игра? Да, дверь открылась. Мы выходим в коридор. Я его помню тут. Воу, здоров. Ты не один из них. Ты новенький. Вам нужно спрятаться. Они идут. Что? Кто идет? О чем ты говоришь? О, нет. Это мой персонаж, или я просто играл за медузу? О,
Окей, нас будет просто по рандомным локациям сейчас кидать, видимо. Какая-то тюрьма. Шериф Тодстер. Шериф Тодстер. Мы сейчас его увидим. Поймать 10 преступников ему, чтобы получить приз. Нужно 10 преступников. А что здесь является преступником? А. Не вот это ли ведро случайно? Да, это ведро. Преступник номер один. Нужно 10. Два, три. Что? Что это значит? Нажмите, чтобы начать второй раунд. У меня нету этого пропуска, чтобы второй раунд начать. Это что такое? Я не знаю. Преступник это или нет? А, вот еще один. Комната босса. Он не командует, но он босс. Вот еще одно ведро. Такое ощущение, как будто все эти существа, они так хотели играть с детьми, ну, как бы это их предназначение, играть с детьми. Но поскольку детей нету, они придумывают себе игры из различных предметов, которые смогут найти. Слушайте, как нам быть? Где наш дрон? Давайте направим его вот сюда вниз. А, мы можем и так ее достать. Окей. Но я хотел проверить такое, что на дрон нельзя запрыгнуть, к сожалению. Давайте ставим всех. Получилось? Опа. Отлично. Теперь у нас есть ключ карты, и мы можем начать второй раунд. Погодите. Это первый раунд. Хорошо. Начнем первый раунд, значит. Что это значит? Нет. Я должен идти. Это мне дорожку показывали. Идем, встаем на кувшинку. И снова проходим. Бо! Тварь! Я что, не успел? Что? Ладно, давайте попробуем ресет сделать. Раз. Видимо, получается. Мы активируем эти штуки. Окей. Есть! Получилось. Какая-то кривая хрень. Я не понял ничего. Мы издавали совершенно другие звуки сейчас, когда прыгали. Это не те звуки, которые были изначально. Ладно, тем не менее, зеленый свет, значит, мы прошли. Нажмите, чтобы начать второй раунд. Опа. Мы просто возвращаемся обратно. Окей. В чем? Я не понял вообще прикола этой загадки сейчас. Но тем не менее мы это сделали. Значит, идем дальше. Опа! А мы здесь были. Мы диск, кстати, так и не нашли. Стоп! Это чувак. То, что случилось с вами, один из трюков Стингера Флина.
Он ушел в прогрессивный сектор, но у нас сейчас есть кое-что поважнее. Видите комнату Наб-Наба? Она открыта, значит, он внутри. Он на охоте, а в этом штате слишком опасно что-либо делать. Мы должны разобраться с ним. Не в штате, а в этом состоянии. Повезло, у меня есть решение, но оно вам не понравится. Отправляйтесь в медицинский центр, и мы поговорим там. Ладно, медицинский центр, судя по всему... Стоп. Медицинский центр — это в другом месте. Если я не ошибаюсь, медицинский центр — это на фуникулёре. Да, медицинский центр — это просто прямо вот сюда. Погнали. То есть мы будем, получается, туда-сюда между центрами путешествовать. Такая метроидвания получается сейчас. Он нам не советовал, да, туда вниз падать. Хорошо, не будем. Медицинский центр, вот. Опа, смотрите, записка. Итак... Кейс 6. Бунтарское поведение образца 6 не изменилось даже после знакомства с образцом 7, поэтому руководство одобрило альтернативные методы для стимулирования сотрудничества. Одним из таких методов было введение новоизмененного раствора гиваниума, способного снижать функции самодумания в образце 2 типа 5, отвечающего за мозговую активность. Этот новоизмененный раствор гиваниума больше никогда не будет применяться, а все остатки материала будут заперты. Под глубоким седативным воздействием новый раствор был введен в систему образца. Вскоре после этого образец 6 почувствовал невыносимые боли в животе, такие сильные, что упал на колени, держась за живот, перед тем, как погрузиться в значительное самодумание, от которого образец 6 стал жертвой примитивных инстинктов, которые мы так стараемся избегать. Образец не готов к презентации. Это теперь нам ясно. Это тайна раскрыта. Давайте заходим сюда, в медицинский центр. И куда? Опа, дрон там стоит. Мы сейчас быстренько прошвырнемся здесь. Я так понимаю, этот коридор идет по кругу. Этот коридор идет по кругу. Пока туда не пойдем. Здесь кастомизация дронов также. Это и есть гиваниум, да? О котором мы только что читали. Его заперли тут. Опа, нам не сюда. Значит, игра хочет, чтобы я зашел в то страшное темное помещение, где я словил бы супер-мега-пугашечку. Давайте зайдем. Оп! Ты кто? Оп! Это она, это паучиха. Она спит? Она живая вообще? Опа. Окей, мы ее положили. Когда Наб-Наб сбежал, вскоре начали исчезать рабочие. Конечно, меры предосторожности и тренировки могут лишь немного помочь, поэтому нам пришлось придумать более надежное решение. Наб-Налина была тем самым решением. У нас была теория, что Наб-Наб стал таким агрессивным из-за своего одиночества. Мы так и не смогли доказать эту теорию, так как катастрофа произошла во время операции. Вот тут-то вы и вступаете в дело. Вы будете выполнять последний этап операции. Процедуры, связанные с гиваниумом, очень деликатные, поэтому мне нужно, чтобы вы очень внимательно следили за этими инструкциями. Самое сложное уже сделано. Все, что вам нужно сделать, это смешать нужные растворы и ввести их ей около 6 раз. Автомат с символами капель, вот где это, где-то делается. Когда придет время, на экране загорится символ нужной концентрации. Для простоты концентрации были представлены цветами. Смешайте и добейтесь нужной концентрации, затем наберите ее шприц и отдайте на обновление. Автомат с цветными трубами переключится на неправильные цвета, и когда это произойдет, используйте данные щипцы, чтобы вернуть их в нормальное состояние, которая зеленая. Кнопки на стене также иногда выходят из строя. Когда это произойдет, нажмите на те, которые светятся с помощью своего дрона. Разве бы это гиваниум, которое вы можете найти в комнате, истощится, когда что-нибудь выйдет из строя, или когда... Процедура прекращается, если любой из четырех полностью истощен. Я уже все забыл! Я уже все забыл! Все! Все! Только лучшие из нас выполняют процедуру гиваниума, но у нас нет особого выбора. Я не лучший! Удачи. Я не лучший.
Потому что я все просрал. Вот я все забыл, все, что ты сказал мне. Что? Итак, зеленая лампочка хорошо, остальные все говно полное. Понял. Я зачем-то взял еще один. А, мы таким образом. О. Что первое мы должны сделать? Возможно, открыть это. Оп. Что за музыка? Что? Это музыка погони, но кто за мной гонится? Вы не сможете работать с этим веществом без инструментов. Какой инструмент мне нужен? Видимо, вот этот. Я так понимаю, надо что-то менять, да? Ага, вот зеленые. Оп, оп. Ура! Потом мы берем дрона и направляем его в кнопку. Быстрее. Давай, резче, печь. Кнопку нажали. Что теперь? Что теперь? Что? Что произошло? Это я нажал? Я ничего не нажимал. Для переноса этого средства необходим шприц. Хорошо, давай, гоу шприц, берем. Раз. Все, мы сделали. Воткнуть. Теперь нам нужно сделать вот... Извините. Извините, что было? Папа, она встала. Бамбалина? Или как там тебя зовут? А, да, мы неправильно сделали. Погодите. На экране же нарисовано, что нужно сделать. Синяя нам нужна. Значит, синяя плюс синяя. Окей, синяя плюс синяя. Вот. Вот сейчас мы ее как бы возьмем и воткнем. Синяя воткнутая. Потом меняем. Видимо, вы не можете... А, черт, нужен инструмент. Окей, это нам показали галочку. Типа, правильно, правильно сделали. Раз, два. Это все меняется на зелененький. А, погодите. Есть! Потом что? Дрона нужно направить вот сюда. Я так понимаю. Синий! Синий, синий, синий. Значит, берем вот синий и нажимаем. И синий. И наливаем синий. Окей. Да, все, я, кажется, разобрался. Умница. Направляй. Хорошо, умница нажал. Опять синий нужно будет. Сейчас, надо поменять. Надо поменять на зеленое. Синяя, 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 быстрей! Раз. Два. Одни синие, получается, только нужно набирать. Повезло же. Воткнул. Давай. Нужно нажать, нужно нажать. Нажимай. Красный. Итак, красный, это делается... Смешение красного и красного. Умница я. Все, давайте воткнем в нее еще разок. Это уже получается четвертый раз. Умница я. Что? Что опять? Что опять? А, кнопку надо нажать срочно. Я не помню, для чего нам нужно менять цвет этих ламп дурацких. Кнопка! Жмись. Умница. Итак, окей. Сиреневая или фиолетовая, красный и синий.
Красный плюс синий. Воткнул. Что? Мы сделали? Мы сделали. Ну, отлично. Опа! Она исчезла! Вот она! Куда ты побежала? Ну, здоров, чувак. Надеюсь, это было не слишком трудно. Я поначалу вообще тупил. Короче, возьмите аудиодиск, вернитесь в водный сектор и включите его на большом динамике в гостиной. Время для Союза пауков. Как нам вернуться туда? Я уже забыл. Мы здесь. Он сказал проиграть этот диск на том большом магнитофоне. Это значит вот здесь. Ну давайте. Что это? Это зов пауков. Брачный зов. Ну так я пошла спариваться, да? Ты готова? О, выполз. Вот это язык у него. О-хо-хо-хо. Брачный танец пауков. Так, тихо, чувак, не мешай им. Наконец-то он перестал быть несчастным. Я удивлен, что они оба изначально не были членами мутантов. Они бы точно подошли. Это... Что? Что это было? Oh, no. Что это было? Оу-оу-оу. Что вы сделали? Она убила его? Она его там грохнула? То есть самка агрессивная? Им не нужна любовь? Что это? Колпак? Для чего он? А может быть нам нужно куда-то теперь в новый сектор поехать? И там надеть колпак и что-то... Что происходит? Я не могу идти. Я не могу идти. Какого дьявола? Окей. Вы здесь слишком уж долго. Я даже обратился к вам с предложением, но знаете что? Уже поздно его принимать. Не волнуйтесь, я не стану от вас избавляться или собирать вас. Я никогда не был сторонником мусора. О, как он меня просто жарит! Старому другу вы нужны гораздо больше, чем мне. Они тоже находятся на пути к достижению душевного спокойствия. У меня уже более чем достаточно предметов, чтобы двигаться вперед в своем устремлении и окончательном уточнении ума. Вы просто немного вздремнете, пока я перенесу вас туда, где вы должны быть. Он говорит так сложно, что мой примитивный мозг не понимает. Найс. Эй, ты. Вы наконец проснулись. Кто это? Не могу винить вас за то, что вы вздремнули. Итак, Стингер, когда мы прибудем в это место под названием пляж? Я считаю, что мы потеряны. Что мы заблудились. Что? Какой скример прекрасный. Найс. Хорош. У тебя была одна работа, и ты так ее испортил. Я изо всех сил пытаюсь найти существо, которое спросило ваше мнение. Можете хотя бы включить музыку, раз уж мы здесь ненадолго? Я думал, что Бан-Бан сказал это Апиле, что типа, класс, у тебя была одна работа, сделать хороший скример. Вот. Апила, что ты думаешь об этом? Awesome. Потрясающе. Капитан, а вы? Капитан, да кто? Это я? Капитан? Опа! Okay, он живой. Хорошо, достойный ответ. Можешь перестать петь хоть на секунду, чтобы я мог сосредоточиться на дороге?
Что значит сосредоточиться на дороге? Мы часами ходим по кругу. Едем по кругу. Никогда не доверяй медузам. Я прав, Апила? Если твой жалкий рот произнесет еще одну возмутительную фразу, я набью все твое тело в одной из этих дурацких шляп для вечеринок в твоей голове. Ау! Вот это авария. А, он типа обратился ко мне, как к человеку, который комментирует это видео. А, нет, мы снова медуза. Это поймай нам сюда. Я вижу чью-то руку. Или что это? Пульнем? Ты щупальца. Идем. Оп. Открывайся. Кнопка нажата, кнопка нажата. Окей, начинается платформер, судя по всему. Мы сейчас будем прыгать. А вниз можно? Можно вниз. На случай, если мы лоханемся, да? Оу. Даже прыгать не надо будет. Ладно. Ууу, нифига себе. Это сложно. Хорошо попал. Давайте подождем. Как я должен понять, по какой кнопке я уже попал? Вот. Окей, я попал. Они продолжают крутиться. Следующие. О, они будут быстрее все это делать. Но это будет легко. И... последнее. Окей. Сейчас будет, наверное, супер адская скорость. Издеваешься, игра? Я даже попадаю каким-то образом. Ну вы мрази. Ну вы мрази. Попал! Ага. Да, это было прекрасно. Потрясающий геймплей. Смотрите. Наконец-то ты просыпаешься. Мне стало очень скучно, а тот парень не слишком разговорчив. Банбанелло. К тому же здесь страшно. Этот большой зеленый парень постоянно нас проверяет. Мне кажется, он считает, что мы какие-то куклы. Мы можем воспользоваться этим, чтобы попытаться сбежать. Он не должен знать, что мы живы. Каждый раз, когда мы передвигаем или меняем что-то в комнате, давай убедимся, что все вернулось на свои места, прежде чем он снова проверит нас. Так мы сможем проделать путь к побегу, пока он ничего не заподозрит. Другими словами, с его точки зрения, помещение должно оставаться неизменным. Когда он приблизится, свет изменит цвет, поэтому бегите к своему креслу, когда свет изменится. Но я не знаю, с чего начать, так что попробуйте сами. Что? 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 Какое-то время? Окей. Закончить тренировку. О, боже мой. У вас нет кубиков для размещения. Погодите. Пока я не понимаю.
Вот кубик, имеется в виду этот? Ого. У вас нет кубиков для размещения. Мы взяли его. Ой, погодите. Он идет. Я должен закрыть все, да? Я должен закрыть, закрыть. Садись. А кто идет-то? А, это Медуза. Сейчас он посмотрит, да? Нет, это Бан-Бан. Это Джамбо Джош. Нет, не таким должен быть вход в тайный клуб. Чего? Ой. Подох. Черный, зеленый, красный, желтый. Черный, зеленый, красный, желтый. Понял. Стоп, а это что такое? Кружка просто. Черный, зеленый, красный, желтый. Все, теперь меня точно не убьют. Забрал. Забрал. Здесь. Ага, ага, угу. Значит, надо поставить так. А, мы так не можем поставить. Ах ты ж, гадство. Можно ли мы... Блин. Вот так? О, нет. Сейчас, сейчас. Сейчас я быстренько. Я быстренько. Закрыть. Закрыть, мать твою. Садись. Точно должно быть все нормально. Все нормально ведь? Умница. Окей, встаем. А, мы же здесь все сделали. Вот тут как-то надо... Мы можем вот так сделать. Отлично. Где дрон? Как там? Как там? Черт! Он здесь! Ах ты упырь! Ах ты упырь! Вот сюда лети сначала. Давайте заберем эти. Ты почему не нажал на кнопку? Ах, ты ж урод. Посмотрите, как он летит. Посмотрите, как он стремительно летит. Сука. Будем. Закрывайся быстрей. Нет, 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 черт, я забыл. Как встать? Я не взял кубик один. Все, хана мне. Давай, мочи. No, those orange squares you placed weren't there originally. Да, да, спасибо. Hey, come help me solve this equation. Погоди, что? Я сейчас заново начал проходить, она подошла. Зачем? Зачем? Тупица, сядь на место! А там точно ничего не было написано? А я не помню. Кажется, там что-то было написано, да? Все. Бомбанелла, блин. Из-за тебя все. О, нет, нормально. Нормально. Если ты еще раз что-нибудь нарисуешь, клянусь богом, я тебя скину в это окно. Stupid bitch. Stupid fucking bitch. Дрон, пожалуйста, нажми на кнопку, окей? Красава.
Теперь сюда нажми. Красавчик. Теперь сюда. А теперь что? Что? Я не знаю, может быть так надо? Я... Что я должен сделать? Ох, ублюдство какое. Чёртово ублюдство. Нажал! А ты сам случайно не можешь нажать? Найн. Все, мы все забрали здесь. Забрали, хорошо. Закрыть. Ладно, кажется, мы все вернули на свои места, и все окей. Все супер хорошо. Пока что, сдается мне, я должен обязательно отсюда допрыгнуть каким-то образом. Да. Боже мой. И последняя кнопка. Теперь валим, валим отсюда. Так, это сейчас откроется, да? Давай. Есть. Ключ-карта. Возвращаемся. Его нельзя схватить из этого положения. Я схватил. Что теперь? Что теперь нужно? Закончить. О боже мой. О боже мой. Пока, Бан-Банелла. Ты что идешь на меня? Я просто не знаю, она хочет меня убить или нет. В прошлой части она меня тут же убивала за любую оплошность. Что это нам? Лежит что-то? Диск? Да, это кассета. О, мы вернулись. Бан-Банито! Где она? Она продолжает идти ко мне. О, давайте посмотрим на эту кассету. О, кто это? Это женщина какая-то. Ты куда пош... Бан-Банал, ты куда? Получается, ее полномочия здесь все окончены? Хорошо. Мы все это сделали. Теперь куда нам нужно пойти? Наверное, в прогрессив сектор. Погнали туда. Это, кстати, последний сектор. Получается, мы уже почти что прошли эпизод, наверное. Ну, если учесть, что у них длина у эпизодов примерно одинаковая, то да, скорее всего, это конец, это финальный босс. Это самое важное, это кульминация. Лампочки погасли только что. Мы здесь. Мы тут. Каска. Да, мы можем сюда пройти. Все правильно. Ох, Евгений, сейчас будет решать загадки, судя по всему. Итак, два яйца. Сколько равно яиц? Сейчас мы это выясним. Защитите ваших любимых. Они любят вас. Back the same. Так же, как вы. Ну, началось. Опять маленькая птичка. Привет. А, это я сдох. Неожиданно как. А главное, скример-то какой качественный был.
Это, кстати, доказательство того, что я не переигрываю никогда на камеру. Если я ору, когда пугаюсь, когда скример, точнее, то я пугаюсь по-настоящему. Вот сейчас скример был очень хороший. Настолько хороший, что мой страх убил во мне все эмоции. Такой был силен страх мой. Итак, смотрите. 3 яйца равно 3. Птичка розовая, птичка голубая равно 2. Это когда минус. А сама птичка равно 2. Голубая именно. Значит, эта птичка равно 1. Я тебя понял. Значит, здесь ответ правильный 1. Здесь будет 2. Это у нас птичка, которая 1. 1 плюс 1 тоже равно 2. И 1 минус 1 равно 1. Хорошо, я в математике шарю. Еще раз. Голубая птичка означает 2. Итого 2 плюс 2 равно 4. 2 минус 1 равно 1. 2 плюс 1 равно 3. И это просто 1. Что? Какого? Или стоп. Я тупой. Я затупил. Это что-то минус 2 равно 2. А может быть что угодно, да? То есть это может быть 4. А, это не может быть. Это только 4 может быть. Хорошо, давайте еще раз. 1, 2. Пусть будет 4. 4 плюс 1 равно 5. 4 минус 1 равно 3. Здесь будет равно 4. 2 минус 1 равно 1. 2 плюс 1 равно 3. И это просто 4. Есть! Вот это что такое? Будь собой, неважно, какая цена у этого будет. Не как я, что... погодите, вот он. Нельзя перемещать его без костюма. А что за костюм? Еще какой-то костюм нужно ему одеть. Что там у нас? Окей, 1000 дверей. Зачем? Двери продолжаются. О, хорошо. Записка. Дело 13. Началось практическое тестирование образца 13, и результаты оказались очень даже обнадеживающими. Образец 13 даже способен свободно разговаривать. Примитивные инстинкты и склонность к необоснованной враждебности, ранее наблюдавшиеся в других случаях, кажутся полностью отсутствующими у образца 13, если не принимать во внимание случайные укусы. Однако агрессивность все же может проявиться у образца 13 при провокации или если остаются без ответа некоторые его вопросы. Агрессия никогда не сопровождалась чрезмерной жестокостью или смертельными исходами, несмотря на то, что образец 13 полностью осознает свою впечатляющую физическую силу. Текущее тестирование включает знакомство образца 13 с базовыми правилами человеческого этикета, такими как рукопожатие без укусов. Следующая фаза тестирования будет включать информирование образца 13 о его миссии. При таком прогрессе образец 13 должен быть готов к предстоящему дню при виде друга, так же, как и образец 12G. Образец не готов к презентации. А я не готов шастать по этим огромным бесконечным коридорам сраным. Сколько нам еще этих кнопок надо нажать? Я что-то делаю неправильно? Нет, мы куда-то все-таки пришли. Опа. Динамик, кнопка и вверх. Кто это изображен? Что это за уродство? Ладно, давайте нажмем. Динамик и кнопка равно фейерверк. Это не динамик. Или что это такое? Фонарик? О-о-о, это что-то новенькое. Я сваливать. Я правильно сделал, что свалил? Мой дрон. Я должен уже что-то делать. Вот. Нет. Сюда, сюда, сюда. Я прошу. Нажал. Что он будет делать сейчас? О, охренеть.
Ты нажал на кнопку, мой маленький друг? Он на кнопку явно нажал. Нет, 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 сейчас западу. Я не могу забраться обратно. Ну, здорово. Да, да, сейчас, сейчас получится. И шикарненько. Какую кнопку мне теперь нажать надо? Или, может быть, эту? Давайте хорошо в него. Босс-файт начался снова. Давайте... Да какого хрена? Я же убежал уже отсюда. А, вон кнопка зажглась. О, нет. Беги. Какого хрена? Ну я же нажал вот сюда. Да я же... Давай, фигач. Окей. Фейерверк. Без понятия, что с ним делать теперь. Как в него запульнуть? Осторожнее, Евгений. Знаете что? А может быть нужно на его язык встать и к нему прийти? Кинуть ему... Да, да, вот сейчас. Значит, хоп. Обратно. Положили ему на язык. Все, взрыв. Да. Круто. Вот это файт. Дрон. Мистер Дрон. Почему? А, вот. Надо снова нажать кнопку. Есть. Да берись, пэтч! Ну, давай. Мне нужен твой язык. Валим. Оп. Есть. Хорош. Какая теперь кнопка? Ну, быстрее. Ну, скорее. А, вижу. Конечно же, он не дострельнет. Нужно вот отсюда. В чем смысл этого пульта, если он такой урод? Быстрее давай! Не успел! Во! Он нажал кнопку? Он нажал. Вот фейерверк. Ну-ка. Есть. Есть. Сколько еще? Да какая ты мощная черепаха. Я даже не знаю, что ты. А. Это он так замедленно сдох. Ладно, мы убили его. Вот что там было нарисовано. Его голова с языком. Я что-то другое увидел. Что-то фаллическое. Здравствуйте. Нельзя перемещать без костюма. Что ты от меня хочешь? А, там что-то лежит. Вот, на месте, где этот чувак был, чувак, мистер Черепаха-динозаврик. О, смотрите. Колпачки снова? Это все? Ну, возможно, это нужно, чтобы продвинуться дальше. Мы уже собрали несколько колпачков за эту серию. Целых три. И вот этого, по-моему, не было. О, нет. Это еще одна подсказка. Ну, теперь, наверное, нам надо вернуться. Пролаг случился. Это был пролаг. Не просто так. Что? Поехал! Ведите себя хорошо, или вас забанят.
Три камня одной птицы. Чего? Отдайте поджелудочную железу. О боже, перестань. Hand over your pancreas. Behave or get banned. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Хорошо, я так понимаю, его нужно сюда затащить. Hand over your pancreas. Как приручить большую злую птицу? Achieve high ground. Не знаю, надо забраться повыше, я так понимаю. Спрыгнуть на нее, на ее спину, и взаимодействовать. Крик. Hand over your pancreas. Hand over your pancreas. Этот крик ничего не дает. Может, ты ближе подъедешь? Во, смотрите. А! Что? Мне надо его взять? Окей, я его взял. И что теперь? Опа, дверь открывается. Птица! Прыгаем на спину! Что это было? Я прыгнул ей прямо в рот, походу. Пожалуйста, давай. Давай. Не смотри на меня, птица. Не смотри! Есть! Я не сам управляю, но блин. Что мне нужно сделать? А! Я вернул птичку. Что теперь? О, нет. Сейчас будет медуза. Или что-то огромное. Так. Катание на птицах. Это что-то новенькое, соглашусь. Да, это медуза будет. Что заставляет вас так энергично двигаться вперед? Я отказываюсь признать, что это твои родительские инстинкты. Это, наверное, что-то мазохистское у меня. О, я знаю. Кто-то дал вам ложную надежду, пообещал вам то, что вы хотите, а на уме у него было только одно. Поджелудочные железы. Сначала я был озадачен тем, как все складывается в вашу пользу, несмотря на то, что вы никогда не были здесь. И тут меня осенило. Кто-то наверняка направлял вас. И, как и в большинстве случаев, я был прав. Тебе помогли. Ваш друг очень помог мне. Благодаря ему я стал свидетелем очень важной информации. Что за информация, спрашиваете? Ну, он уронил. Когда придет мой черед, я просто не позволю себе превратиться в то, во что превратился он. Удержите W, чтобы ускориться, удержите S, чтобы замедлиться. Что? Что происходит? От кого я бегу? От этой птицы? А зачем мне замедляться? Окей, я понял. No! Хорошо, попробуем замедлиться сразу, как только мы зашли. Ага. Найс. Найс, я сказал. Получается? Эта птица пересекает триггер, и тогда... И только тогда становится все зелененьким, да? Я понял, в чем прикол. Это была розовая, фиолетовая точнее, а это голубая, чтобы эта птица триггер нажала. Куда ты бежишь, бич? Хорошо, это тоже нам нужно нажать. Давайте не будем сильно ускоряться, потому что эта птичка нас сейчас не обгонит. А надо, чтобы обогнала нас. Умница! Кто следующий? Ага, снова птица, я понял. Но ведь Бан-Бан уже близко. Это Evil Бан-Бан. Хорошо, теперь мы...
Теперь снова она. Господи, какая увлекательная погоня. Снова мы. И снова она. Куда ты бежишь? Хорошо, хорошо, набирай скорость. Чё? А, эй, эй, давай! Тормози, тормози. А, хорошо, нет, нет, не тормози. Это наша кнопка. Твой, давай быстрее беги! Где мой хлыст? Хорошо. Мы что, до сих пор едем? Гоу! Куда ты побежала? Что? Куда ты? Что мне делать? Вы можете убежать, но запах вашей поджелудочной железы всегда будет притягивать меня к вам. О, это Джамбо Джош! За файт. Он убил его. Оп! Еще медуза здесь. Я не могу отсюда убежать. Прекратите, вы двое. Дж! Что он делает? О, боже мой. Что вы делаете все? Ладно. Опа, новый лифт. Найди королевство, найди шерифа. Не позволь Джестеру найти тебя. О, привет. Ты что тут делаешь? Теперь ты мой компаньон? Ну ладно, видимо, ты мой компаньон. Бонбонелла уехала наверх, улитка осталась тоже наверху, птицы две нырнули к своей погибели, судя по всему. Медуза сдохла, Джамбо сдох, Бонбон сдох, наверное. Спасибо, что сыграли. Погодите, уже есть четвертый эпизод. Ладно, слушайте, во мне два человека сейчас борются друг с другом. Один это просто игрок, а другой это человек, который такой творец. И игрок такой, твою мать, как же это плохо сделано, почему, за что, какого хрена, это боль. Но другой, мой, я, творец, который тоже... С пониманием относится, потому что, ну, видно, что ребята... Я не знаю, сколько людей здесь работало над этой игрой. Я так понимаю, что не очень много. И видно, что они пытаются сделать очень быстро. И они видят, что у них успех-то есть, судя по тому, как много анимаций делают, разных видосов и прочего. Что успех-то у игры есть. И им нужно конкурировать с Хаги-Ваги. И явно у них... погодите, где у нас эти журналы? Не знаю, с ними журналами. Короче, я не знаю, где титры здесь есть. Короче, ребята явно стараются сделать необычную игру с запоминающимися персонажами и делают ее как могут. Я, к слову, не сделал ни одной игры в жизни еще. И я как-то попытался сесть за Unreal Engine 5 и понял, насколько это тяжело. Насколько муторно это и сколько требует опыта. Так что, мне ли судить... Не знаю, с одной стороны, главное, что вам, возможно, было интересно смотреть на мои прохождения. Может быть, я интересно побомбил забавно. Может быть, просто вы сами не хотели играть в эту игру, но я сделал это за вас. И вы просто хорошо провели время за жратвой и в моей приятной компании, надеюсь. Так что, поиграем в четвертую часть. Поиграем еще в кучу других игр, чтобы вы все это не пропустили, вам нужно подписаться на канал, нажать кнопку колокольчика, чтобы не пропускать никакие уведомления, потому что, судя по статистике, очень много людей, большой процент, смотрят без подписки и без колокольчика, что вообще странно. Как так, друзья, вы же все пропускаете. В общем, еще здесь будет видос хороший, который вам понравится.
Спасибо всем, друзья, большое. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро. Всем пять!